Отец! Брат! Пусти! Этот техник слишком много о себе возомнил, как будто бы мы мальчики на побегушках. Когда шел ремонт тех, кто прошел через портал, он командовал всеми, как будто мы малыши и ничего не умеем. Ну ничего. Когда мы ремонтировали портал, я его осадил. Мол, технологии слишком новые. Пусть тоже знает, что мы что-то можем. Так-то я отцу помогал Фиджерона программировать. Если что, я все коды и программы управления им знаю. Где мы? Не знаю. Надо найти отсюда выход. Вы много участвовали в боях? Нет, я почти не сражался нигде. А ты много был в боях? Да, я многое повидал. А ты? Да, я воевал. А расскажи о каких-нибудь своих сражениях. Их было слишком много. Когда будет свободное время, я тебе обязательно расскажу. А если случится бой, то я помогу тебе. Буду командовать, что делать. Ты немного странный. Я киборг, я Фиджерон. Интересно. А почему ты стал киборгом? Я не знаю. Как это? Ну как же ты жил до того, как стал киборгом? Я не знаю. Ты ничего не помнишь? Мне нельзя вспоминать прошлую жизнь. Я Фиджерон. Постой, кто тебе сказал, что тебе нельзя ничего вспоминать? Профессор Т-18. Он сделал меня Фиджероном. Послушай, друг, никогда неплохо знать, что с тобой было. Я вот тоже был какое-то время не в себе, не отвечал за свои поступки и очень жалею о многом, что совершил тогда. Может, что-то вспомнить, это не такая плохая идея. Возможно. Я постараюсь. Будет немного больно. Отлично. У тебя больше нет имени. Теперь у тебя есть позывной Фиджерон. Не получается ничего вспомнить. Ну ничего. Может, потом что-то вспомнишь в памяти. Ого, вот эта громадина!